думаю, что мы просто обязаны ее посмотреть как можно скорее! Кубик, погоди! У меня есть идея! Покруче! Не понял, а что ты задумал? А давай мы попробуем поиграть с этим окинатором! Нифига себе! Хорошая идея! Я смогу прочитать твои мысли! Кубик, а давай загадаем какого-нибудь персонажа из Скибиди туалетов, а окинатор попробует его отгадать! Ну да, Борис, я вообще-то так и хотел сделать! А еще вместе с этим окинатором отгадывать будешь ты! Ого, это что-то новенькое! Ваш персонаж женского пола? Дай-ка подумать, наверное, нет. Ваш персонаж существует на самом деле? Мы с вами, конечно же, знаем то, что этот сериал «Скибиди туалеты» выдуманный. Ага, но он все равно очень интересный. Поэтому на вопросик мы ответим нет. Персонаж на самом деле не существует. У вашего персонажа есть обувь? Ты дебил, что ли? Ты что такие тупые вопросы задаешь? Конечно же, есть. Есть ли у вашего персонажа волосы? А вот здесь, мне кажется, Акинатор, ты немножко ошибаешься. Нет, волос у него точно никаких нету. Ваш персонаж гигант? Не понял. А как ты догадался? Ха-ха, Кубик, ты загадал именно того, о ком я думаю? Дебил, блин, я-то откуда знаю, о ком ты думаешь? Ну давай я, пожалуй, просто отвечу, что да. Ваш персонаж носит красный костюм. Кубик, красный костюм получается у Титана Спикермена. Ты же загадал его? Нет, Сэмэн, ты пока что ошибаешься. И никакого красного костюма у него, конечно же, нету. Есть ли у вашего персонажа камера? Ага, ты подумал то, что я загадал камеру Бена Титана? Не, нифига подобного. Есть ли у вашего персонажа телевизор? Да, есть. Ваш персонаж летает? Ха-ха, Кубик, я уже понял, кого ты загадал. Борис, блин, тихо, молчи. Подписчики, если вы тоже уже догадались, напишите в комментариях. Блин, а я пока что вообще не пойму. Борис, дай мне, пожалуйста, подсказку. Нет, Сэмэн, думай сам. А вот про своего персонажа я немножко не помню, летает он или нет. Кубик, отвечай, я не знаю. Точно не ошибешься. О, Борис, это же было гениально. У вашего персонажа голова в виде телевизора? Да ты достал, блин. Откуда ты это знаешь? Да, у него голова в виде телевизора. Блин, Кубик, а кто это может быть? Я что-то вообще не понимаю. Кажется, этот Сэмэн вообще тупица какой-то. Ага, Борис, я с тобой полностью согласен. Он реально какой-то глупенький. Мне кажется, уже абсолютно все подписчики догадались, кого я загадал. Вашего персонажа показывают по телевизору? Ну, если ты YouTube на телевизоре откроешь, то показывают. Кубик, поэтому ответим, возможно, частично. Полностью с тобой согласен. Ваш персонаж умеет летать. Акинатор, ты чё, дебил? Ты же это уже спрашивал. Кубик, мы там ответили, что я не знаю. И здесь отвечать будем то же самое. Ваш персонаж девушка? Нет, гигантского персонажа девушки с телевизора вместо головы не существует. Кубик, а может мы чего-то не знаем, и это будет следующий Титан Скибиди туалета? Я бы очень сильно хотел на это посмотреть, но пока что Акинатор ошибается. Я думаю, это TV-Man Titan 2.0. Только там еще должна быть картинка, кажется, ее немножко забыли добавить, но вот так вот выглядит тот самый TV-Man Titan. А, так вы его что ли загадали? Ёк-макарёк, так это было вообще изи. Ага, то-то даже Акинатор отгадал быстрее тебя, дебил. Кубик, сейчас вообще-то обидно было. Кубик, Акинатор угадал нашего персонажа. О, а здесь еще есть реклама стендоффа. Кубик, предлагаю в стендоффчик немножко сыграть. Только если под этим видео наберется очень много лайков. Окей, Кубик, тогда теперь я загадаю персонажа. Вы точно не поймете, кто же это может быть. Сёма, мне кажется, я уже догадался. Ты загадал Скибиди ученого? Кубик, а как ты? Не, ты ошибся, я другого загадал. Ага, Сёма, прямо сейчас решил поменять персонажа, я тебя понял. Я вообще не понимаю, как этот Кубик смог отгадать, кого я загадал. Но сейчас я реально другого загадаю, и тогда точно вы не спалите. Ваш персонаж женского пола? Так, Сэмэн, давай посмотрим, что же ты ответишь. Нет, Кубик, персонаж не женского пола. Ваш персонаж существовал в реальности? Ну, мне кажется, что не существовал. Сёма, а ты же загадал персонажа из Скибиди туалетов? Да я тебе не буду никаких подсказок давать, пошел ты нафиг, понял, да? У вашего персонажа есть
обувь. Да? Он что, тебе без обуви, что ли, будет ходить? Ну ты, конечно, сейчас фигню сказанул. Есть ли у вашего персонажа волосы? Тут даже я могу ответить за Смена, что у него 100% нет никаких волос. Смен, я же был прав? Да, Губик, а как ты угадал? Да потому что у Скибиди туалетов вообще почти что ни у кого нету волос. Ладно. Это было логично. Ваш персонаж гигант? Ха-ха, конечно нет! Я загадал обычного Ой, чуть не спалился. Ага, загадал Скибиди туалета. Мы тебя поняли. Не-не-не, Кубик, я не говорил такого. Ты офигел, что ли? У вашего персонажа два глаза? Ну да, это вообще-то и так было логично. Так, окей, значит, он мог загадать какого-то обычного маленького Скибиди туалета. Борис, у тебя уже есть идея, кто же это может быть? Кубик, мне, наверное, кажется, это какой-нибудь ангельский Скибиди Тубзик. Не, ангельский вроде как был большой, а Смен сказал, что он не гигант. Кубик, да ты достал, блин, ты можешь просто помолчать? Ваш персонаж герой мультфильма? Нет, Скибиди туалет это не мультики, это настоящая жизнь. Ваш персонаж из видеоигры? Нет, Кубик, Скибиди туалет это же сериал, да? Дебил, это вообще-то сериал, который сняли в игре. А, реально что ли? Нифига себе, а что за игра такая? Если ты знаешь, в какой игре снимаются Скибиди туалеты, напиши, пожалуйста, внизу в комментариях под видео. Потому что этот Смен вообще реально какой-то дебил. А это что, получается, здесь нужно отвечать... Да! Да! У вашего персонажа человеческие уши? Блин, Кубик, а я не знаю, их там не видно, они просто немножко спрятаны. Хм, это, конечно, стало интересно. Ну ладно, отвечай. Я отвечу, я не знаю. Вы управляете вашим персонажем? Нет, я могу на него только смотреть, управлять я им не могу. Ваш персонаж хороший? Да он вообще красавчик! Кубик, отвечаем да! Сёма, подожди! Ты же загадал Скибиди туалетов? Да? А что? Получается, мы должны ответить нет, потому что Скибиди Тубзики все плохие. Кубик, вообще-то они хорошие, и я отвечаю да. Сёма, блин, дебил, не спорь. Отвечаем нет. И точка. Ваш персонаж в маске? Не, маски у него точно никакой нету. Ваш персонаж связан со школой? Ну, у меня есть такое предчувствие, что Скибиди туалеты вообще никакие не связаны со школой. Ага, Кубик, это ты правильно подметил. Поэтому отвечаем нет. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Нет, не связан. Ваш персонаж из страшилок? Так, а Скибиди туалеты вообще можно назвать страшилками? Да, Кубик, эти монстры, которые там есть в последних сериях, они капец какие страшные. Но я думаю, то, что это все-таки обычный сериал, и он, ну, не такой уж и страшный. Ваш персонаж зомби? Да нет, блин, дебил, сам ты зомби. У вашего персонажа есть магические способности? Нет, он умеет только петь песенки. Ваш персонаж носит головной убор? А почему в слове «убор» написано две буквы «О»? Это как-то необычно. Ха-ха, Кубик, походу Акинатор не знает, как правильно писать. А что там, ошибка что ли есть? Короче, головной убор у него есть, поэтому я отвечаю да. Ваш персонаж носит усы. У меня есть такое предчувствие, как будто бы Акинатор думает про себя. Вот у него есть усы. А у Скибиди туалета, которого загадал Смен, никаких усов же нету? Нет, конечно, нафиг они вообще нужны. Ваш персонаж связан с миром музыки. Ага, я же сказал, что он поет песенки. У вашего персонажа есть рога? А, Кубик, он, наверное, думает, то, что я загадал вот этого Скибиди Тубзика, у которого есть настоящие рога. Сёма, а ты что, загадал именно его? Нет, Кубик, я же еще не ответил. Ну так чего ты тогда ждешь? Давай, отвечай скорее. Нет, рогов у него никаких. Нет. Ваш персонаж связан с танками? А тут даже я не знаю, что можно ответить. Не, Кубик, мне кажется, что вообще нифига не связан. Ваш персонаж носит шапку-ушанку? Ха-ха, шапка у него есть, но не ушанка. Опа-на, Борис, кажется, нам с тобой только что дали настоящую подсказку. Какую? Смен сказал то, что у него есть настоящая шапка. Вспоминай, какие Скибиди туалеты с шапками. Кубик, я не помню. Да что ты ревешь-то сразу, дебил? Ладно, смотрим дальше. Ваш персонаж носит оружие? Нет, никакого оружия у него точно нету. Ваш персонаж маленького роста? Ну, он такой... обычный. Наверное, скорее нет, не совсем. Имя вашего персонажа состоит из 5 букв? Скибиди? Нет, у него точно больше букв. Ваш персонаж носит красное? Не-а. У него совсем другие наушники. Чё ты сказал? Наушники? Кажется, я уже понял, кого загадался Мэн. Кубик, у меня уже тоже есть одна идея,
но я пока что не уверен. Борис, а может ты просто ее скажешь? Не, давай проверим, подписчики смогут угадать или нет, кого он там загадал. Держал ли ваш персонаж в руках микрофон? Не, он поет песенки без микрофонов. Ваш персонаж играет на гитаре? Нет, не играет. Ваш персонаж робот? Ну так, немножко робот, а немножко обычный человек. Поэтому скажу, возможно, частично. Я думаю, это доктор Зародыш. Чё нафиг? Сёма, это он? Нет, конечно, это вообще дичь какая-то. Во-во, я думаю так же. Акинатор, ты ошибся. У вашего персонажа человеческая голова? Конечно, человеческая. Это уже даже Кубик понял. Ваш персонаж унитаз? Ого, Кубик. Кажется, он уже тоже о ком-то догадался. Да, только мы с самого начала поняли то, что это самый настоящий унитаз. Чего ты ждешь? Отвечай скорее. Да-да-да, а он, конечно же, унитаз. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Блин, а я вообще не знаю, мы ноги его ни разу не видели. Но он же унитаз, так что, скорее всего, нет. А ваш персонаж вообще имеет ноги? Нет, у него ног нету. Ваш персонаж ученый? Сёма, если бы ты все-таки оставил того персонажа, которого ты загадал самым первым, то Акинатор бы, кажется, тебя смог раскусить. Ага, хорошо, что я хотя бы персонажа поменял. Так, Сэмэн, я не понял, он ученый или не ученый? Нет, не ученый, вот я так и отвечу. Есть ли у вашего персонажа шлем? Ха-ха, не, шлема никакого нет, есть только шапочка. Ваш персонаж диджей? Сёма, отвечай. Кубик. Да, диджей. Юху, все-таки я был прав. И я тоже смог догадаться, прям как этот Акинатор. Я думаю, это Скибиди Диджей. Да, ты все-таки смог отгадать моего персонажа. Офигеть, Сёма, ты каким образом его вспомнил? Он же вообще из самых первых серий Скибиди Туалетов. Ну, не знаю, у меня просто память хорошая. Так, здесь мы, конечно же, говорим «да». И теперь моя очередь загадать персонажа. Кажется, я уже выбрал. Так, Борис, давай посмотрим. Ваш персонаж женщина? Да. А что? Опа-на! То есть ты загадал какую-нибудь камера-вумен, или спикер-вумен, или ТВ-вумен? Кубик! Ну-ка, помолчи там нафиг! Ха-ха, то есть я был прав. Давай посмотрим, кого же именно! Ваш персонаж существует на самом деле? Нет, не существует! Ваш персонаж герой мультфильма? Мы уже выяснили то, что Скибиди Туалеты мультиками не являются, поэтому я тут сам отвечу, что нет. У вашего персонажа человеческая голова? Ну-ка, Борис, ответь-ка, пожалуйста! Кубик, да ты же уже и так сам все понял! Конечно же нет! У вашего персонажа есть глаза? Борис, я же правильно понимаю то, что глаз у него никаких нету? Нет, конечно! Их и не может быть! Угу. То есть, получается, это не может быть ТВ-вумен. В смысле? Почему? Так в смысле? Потому что у нее могут быть глаза на ее телевизоре. Есть ли у вашего персонажа телевизор? Нет, Кубик уже выяснил, что никакого телевизора быть не может. Ага, это получается у нас есть два варианта, либо камера-вумен, либо спикер-вумен. Кубик, я голосую, что это камера-вумен, давай проверим. Есть ли у вашего персонажа камера? Особен, а это мы походу узнаем прямо сейчас. Борис, отвечай. Кубик, никакой камеры у нее нету. Ага, то есть у меня остается один единственный вариант, кто же это может быть? Кубик, а у меня что-то вообще никаких вариантов нет. А дай подсказку, пожалуйста, кто это может быть? Да уж, я, конечно, с этого Сэмэна максимально в шоке. Какой же он все-таки дебил. У вашего персонажа есть обувь? Конечно, у нее есть красивенькие каблучки. У вашего персонажа есть телевизор? Дебил, блин, я вообще-то это уже спрашивал. Никакого телека нету. Я думаю, это спикер-вумен. Я тоже думал, что это именно она, и я, кажется, был прав. Да, Кубик, это спикер-вумен. Вы меня достали. Как вы вообще, блин, ее так быстро отгадали? Блин, а я даже этого не понял. Капец. Сёма, кажется, я знаю, почему ты не смог отгадать. Потому что ты дебил. А сейчас вообще-то обидно было. Так, я не понял, я отгадал или нет? Да, ты отгадал. Молодец. Тогда я был бы не против, если бы ты прямо сейчас поставил свой лайкосик. А я думаю, что мы сейчас быстренько вместе с Борисом загадаем еще какого-нибудь персонажа. Борис, ты готов? Кубик, у меня уже есть идея. Давай отвечать. Ваш персонаж женского пола? Нет.
Не женского? Ваш персонаж существовал в реальности? Ага, нет, не существовал. У вашего персонажа человеческие уши? Борис, я же правильно понимаю, ты загадал кого-то из сериала «Скибиди туалеты». Ну да, Кубик, конечно. Получается, у персонажа 100% не может быть человеческих ушей, поэтому мы отвечаем «нет». У вашего персонажа есть одежда? Ага, конечно. Он что, будет голенький ходить? Мы отвечаем «да». Ваш персонаж гигант? Борис, кажется, нас с тобой раскусили. Да, Кубик, как он так быстро угадал, что он гигант? Ага, кажется, я уже понял, кто это может быть. Ваш персонаж использует молот. Я не знаю, как это можно комментировать. Да, он использует молот. Ваш персонаж носит красный костюм. Кубик, я же правильно понимаю то, что это настоящий кам... Молчи, дебил! Ладно, молчу. Мы просто прямо сейчас спросим у подписчиков, смогли ли они догадаться, что за персонажа мы прямо сейчас загадали. Ага, вы напишите в комментариях. А еще не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на следующий видосик. А я не понял, я отгадал или нет?